Каждый из нас видел или слышал о мотоциклах, сделанных на заказ, но знаете ли вы, что кроме них есть еще скутера, изготовленные на заказ? Эти необычные машины происходят из страны восходящего солнца, тех же людей, которые принесли нам Годзиллу, Моду Харадзюку, аниме и мангу. Некоторые из них выглядят так, будто они смогут доставить меня на Луну и обратно, но те, которые так не выглядят, на вид как минимум умеют плавать. Вот примерно настолько необычна их внешность. Тем не менее, взгляните на эти скутера, в каждый из них было вложено много сил, времени, денег, и напишите в комментариях, что вы думаете о этой культуре японского тюнинга. Примечательно, что эта культура зародилась больше в молодежной среде, но сейчас это направление все сильнее привлекает и взрослых японцев. Уже не редкость встретить средних лет мужчину с серьезным видом, чаще на подобном скутере без тени стеснительности. Впрочем, чего стесняться, выражение собственной индивидуальности японцы не раз давали фору многим, и тюнинг скутеров лишнее тому подтверждение. Основа японского тюнинга скутера – это его внешний вид, а именно нестандартная, уникальная окраска, пневматическая или гидравлическая подвеска, всевозможные виды освещения. Далее уже идет доработка двигателя, конечно же, очень громкий выхлоп. Также устанавливают множество разных электронных устройств, в том числе и телевизоры. Эти скутеры не похожи на то, что мы привыкли видеть в повседневной жизни. В таком городе, как Токио, где необходимы новейшие классные солнцезащитные очки или мобильный телефон, нестандартные скутеры занимают первое место в списке модных, стильных и крутых. Вот несколько интересных фактов о кастомных японских скутерах. В Токио нестандартные скутера известны как космические захватчики. Они могут быть до 3 метров в длину. Многие из них оснащены видеокамерами, проекторами и телевизорами. Базовая цена на самокаты без индивидуальной настройки составляет около 5000 евро. Кастомные скутера могут стоить более 25 тысяч евро. Они одинаково популярны среди женщин и мужчин. Возникает очевидный вопрос, почему скутер? И один из ответов на этот вопрос – вопрос закона. Автомобили объемом более 250 кубических сантиметров подлежат ежегодному осмотру, во время которого необходимо отменить все модификации, чтобы автомобиль прошел проверку. Другой ответ заключается в том, что скутера занимают меньше места, некоторые из них могут поместиться в небольшой гараж. Помимо этого, на них легко парковаться, но и самое главное, они позволяют владельцу творчески и индивидуально самовыражаться.
Люди собираются вместе, чтобы делиться идеями и соревноваться на митингах и круизах. Спонтанные круизы часто организовываются в центре Токио. Это мирные мероприятия, где запрещены громкая музыка или плохое поведение, поскольку полиция всегда внимательно следит за ними. Клубы самокатов организованы по соседству или социальному кругу. В целом это мирные организации, посвященные тому, чтобы способствовать получению удовольствия от скутеров. シートのオープン、リアカウルのオープンです。В отличие, скажем, от тюнинга автомобилей, в данном случае нет наиболее признанных моделей. Дело идет почти любой скутер. Если у вас достаточно хорошее воображение, можно из любого скутера сделать произведение искусства. Suzuki Skywave – один из скутеров, который очень хорошо подходит для японского повального увлечения кастомными скутерами. Некоторые варианты его модификации вы сейчас можете видеть на экране. Honda Forza, похоже, тоже довольно дружелюбно к модификациям. Даже до того, как вы его кастомизируете, он выглядит довольно необычно. Единственное, о чем я беспокоюсь, это то, как выглядит этот лоурайдер в реальной жизни. Он ведь очень низкий. 30 миль в час плюс лежачий полицейский равно вопрос. И ответ на этот вопрос включает использование гидравлики для опускания подвески. Перед троганием подвеска поднимается, иначе лежачие полицейские будут проблемой. Если вы хотите увидеть тяжелые модификации, обратите внимание на эти скутера под названием киберскутеры Кайбл. Да, эти достойные скутеры Jetson начинались как Honda Fusions, но у них были тяжелые модификации кузова. Не хватает только лазерных пушек, установленных по правому и левому борту. Yamaha Maxxam 3000 это тоже не самокат с модификациями, это еще один концептуальный скутер от Yamaha, демонстрирующий, насколько серьезно японцы относятся к этой идее. Я думаю, вы могли бы поставить на него полосу синих огней и получить идеальный футуристический полицейский мотоцикл для преследования в центре города. Эти модели самокатов и те, что следовали за ними, с тех пор штурмом покорили улицы Японии. Из этого следует, что многие японские пилоты этих болидов раздвигают границы того, насколько низко могут ехать эти двухколесные автомобили. С двигателями объемом 250 кубических сантиметров, которые развивают крутящий момент 17 ньютон на метр при 3400 оборотов в минуту, большинству этих парней хватает мощности, чтобы справиться с любым шоссе. А средний топливный бак объемом 3,5 галлона или 13 литров делает их подходящими для дальних поездок.
Custom Scooters in India. Это как минимум странный вид транспортного средства, которые могут быть собраны просто из того, что есть, или модернизированы до такого состояния, где трудно разобрать, что перед вами – мопед, мотоцикл или что-нибудь еще. Причем определенные каноны тюнинга соблюдены. Это и низкая подвеска, колеса большего диаметра, переработанный внешний вид, хромированные детали и многое другое. Единственное, что меня может беспокоить, это опять-таки безопасность. Здесь не всегда ставят ее на первое место, так как основное это цена скутера. Он должен быть максимально доступным и при этом иметь необычный, вызывающий вид. Мотороллеры очень популярны в Азии, особенно в таких странах, как Индия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Китай, Япония и Тайвань, где есть местное производство. Они также популярны на Западе, в основном в Европе, особенно в Италии и Средиземноморье, но не в США. Проблемы с парковкой, хранением и движением в переполненных городах, а также удобство вождения делают их популярным видом городского транспорта. Во многих странах продажи скутеров и других небольших мотоциклов превышают продажи автомобилей, а мотороллер часто является семейным транспортом. На Тайване дорожная инфраструктура была построена специально для двухколесных транспортных средств с отдельными полосами движения и перекрестками с разворотами. В Таиланде скутеры используют как такси для перевозки пассажиров, а также для передвижения в условиях интенсивного движения. В некоторых странах скутера популярны из-за их стоимости, просто большая часть населения не способна позволить себе автомобиль. А даже если вы сможете приобрести машину, то по местным дорогам будет как минимум некомфортно на ней передвигаться. И частые ремонты ходовой не заставят долго ждать. Поэтому в основном выбирают скутер. Однако эти скутеры не продаются в Соединенных Штатах, вероятно потому, что японские автопроизводители считают, что для них здесь нет рынка. И они вероятно правы, средний американец совершенно ничего не понимает в скутерах. Возможно, они им просто не нужны, ведь США сыграли немаловажную роль в истории байков и байкерского движения с их кастомами, чопперами, круизерами и конечно же всеобще известного Харли Дэвидсона. Разработки. Тенденции во всем мире привели к появлению новых разработок классических скутеров, некоторые из которых имеют более крупные двигатели и шины. Высококачественные модели скутеров теперь включают в себя комплексные технологические особенности, включая литые алюминиевые рамы, двигатели со встроенным противовесом и тормозные системы с поперечными связями. Некоторые из этих скутеров имеют такие удобные функции, как будильник, кнопка запуска, радио, лобовое стекло, ручки с подогревом и полный набор приборов, включая часы или датчик наружной температуры.
Дополнительная проблема качества воздуха может также возникнуть из-за использования мопедов и скутеров вместо автомобилей. Поскольку более высокая плотность двухколесных транспортных средств может поддерживаться существующей транспортной инфраструктурой. Так, в январе 2019 вступил в силу запрет скутеров с двухтактным двигателем, которые были произведены до 1999 года. В некоторых городах, таких как Шанхай, запрещены бензиновые скутера из-за загрязнения воздуха в городе. Разрешено использовать только газовый или электрический скутер. Немного истории. Предшественником скутера можно назвать первый серийный мотоцикл Hildebrand и Volksmüller 1894 года выпуска. Это был мотоцикл с сквозной рамой, конструктивно похожий на скутер, и креслом вместо седла. Еще одним экземпляром, который часто считают одним из предшественников современного скутера, был французский мотоцикл Autophotype 1908 года. Этот мотоцикл имел много внешних и конструктивных сходств с нынешними скутерами. Количество производителей и дизайнов скутеров увеличилось после 1918-го. Это было первое поколение, которое закончилось к середине 1920-х годов. В 1938-м Salisbury представил скутер с бесступенчатой трансмиссией CVT. Это первое использование вариатора на скутере. Это был такой успех, что Salisbury попытался передать лицензию на дизайн нескольким европейским производителям, после чего были установлены новые стандарты для всех более поздних моделей скутеров. В 1980-х годов Япония, а в последнее время Китай и Тайвань стали мировыми лидерами в массовом производстве скутеров с пластиковым корпусом, чаще всего с трансмиссиями типа Twist & Go, где выбор передачи и работа сцепления полностью автоматические. Спросите вы, что здесь делают мотоциклы, но если присмотреться, то можно понять, что это необычные мотоциклы и у них есть сходство с японскими кастомными скутерами. Расширение рамы мотоцикла или в частности спортбайка, созданного для ускорения скорости и прохождения поворотов, в основном делается исключительно в эстетических целях. Байк могут полностью перекрашивать и занижать подвеску. И это лишь малая часть изменений, скорее всего, они заслуживают отдельного видео. Скутер – огромная часть автомобильной культуры, которую мы наблюдаем по всему миру. Индустрия скутеров в Японии процветала, процветает и будет продолжать расти. Происходя из многих культур, латиноамериканских лоурайдеров, европейской культуры самокатов 60-х годов и американской производительности и эффективности, японцы создали действительно что-то свое.